Мероприятие очень понравилось. Во-первых, это память о наших родных, которые воевали. Наш дедушка дошел до Германии, воевал в Германии, а другой дедушка, он воевал еще с японцами. Пришел в 54-м году войны. Это, конечно, очень знаменательная дата. Мы гордимся нашими героями. Пришли возложить венки. Вечная память павшим героям. Это праздник святой для нас. У нас отец. Ветеран войны. Вернулся инвалидом. Контузию получил во время войны. Закончил Иркутское высшее военное училище. Всю войну прошел с 41 по 46 год. Техником-лейтенантом. Прошел все фронта и Сталинградскую битву. Западно, в общем, все, какие есть фронты, он почти во всех фронтах воевал. После войны прожил очень долго, проработал в советско-партийных органах, воспитал 6 детей, увидел внуков, правнуков, и умер он у нас в 1995 году.